Здравствуйте, меня зовут Елена. Сфера моей деятельности связана с работой с телом, работа с сознанием, с подсознанием. И когда-то у меня стал вопрос разобраться более детально, что такое дыхание, потому что я понимала, что это определенная энергия, что она как-то должна вырабатываться. И под мой запрос пришел в мою жизнь очень замечательный человек, зовут его Роман Карловский. После первого вводного занятия я поняла, что я пройду все его занятия. Я поехала в первый раз на ретрит. Сказать, что мой мир перевернулся, не сказать, но он стал очень широко раскрываться. Стали со мной происходить какие-то вещи, которые я раньше не могла им дать определение. Вот. И сейчас я уже третий раз на ретрите. Для меня это был космос, потому что я ощущала то, что раньше я никогда не чувствовала. Я видела то, что я раньше никогда не видела. И самое важное, что я задавала вопрос себе в подсознании и получала четкие ответы. Это, наверное, самое важное для меня. Хочу порекомендовать вам Рому, потому что это развитие, это какой-то непрерывный бег его вперед, который он тащит всех за собой. Очень крутой человек, очень хороший практик, очень классный мастер. Благодарю Рому за то, что он появился в моей жизни.